Межнациональные отношения сегодня обсуждают в Екатеринбурге. Наталья Комарова работает на совещании, которое проводит полномочный представитель президента в УРФО. Николай Цуканов собрал всех губернаторов округа, а также глав некоторых муниципалитетов. Наша съемочная группа сегодня работала на пленарном заседании. Иван Рябцев выходит на прямую связь со студией. Иван, тебе слово. Илья, добрый день. Здесь сегодня в Екатеринбурге собрались делегации со всего Урала. Югорскую команду возглавляет Наталья Комарова. Вместе с ней сегодня также главы 6 муниципалитетов нашего округа. Как уже отмечалось, сегодня здесь говорят о межнациональных отношениях и о том, как избежать конфликтов на их почве. Говорят также и об экстремизме, и о том, как с ним бороться. Отмечу, что это уже традиционные встречи. Сегодняшняя встреча в Екатеринбурге 6-я по счету. И для начала я предлагаю послушать, что говорит полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Эффективная реализация национальной политики требует профессиональных компетенций. Особенно остро эта проблема стоит на муниципальном уровне. Для ее решения в 2018 году в субъектах Российской Федерации прошли обучение 123 муниципальных служащих. Я напомню, что после предыдущей встречи, проходившей в Ханты-Мансийске ровно год назад, в нашем округе была утверждена государственная программа по борьбе с экстремизмом. В ней приняли участие 11 органов окружных властей, а также все муниципалитеты. Об итогах работы сегодня рассказала губернатор Югры Наталья Комарова. Предлагаю послушать часть ее доклада. Грантовая поддержка некоммерческих организаций на реализацию проектов по укреплению гражданского общества, гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. В 2018 году оказано 25 некоммерческим организациям, 3 некоммерческим организациям присуждена премия губернатора за вклад в развитие межэтнических отношений. Как итог, в нашем округе удалось достичь главного целевого показателя. Согласно последнему опросу, 87% югорчан оценивают межнациональные отношения положительно. Илья. Спасибо, Иван. На прямой связи со студией из Екатеринбурга был Иван Рябцев.